просто. Смотри, по крылу снимали левое. Лобовое. Меняли. Подклеили бампер. Залом на стойке. Ну это ладно, это мелочи. Дальше у нас двери снимали. Видно. Видишь, одна, вторая. И здесь петли прям от стойки отнимались. Верхняя, нижняя. Здесь видно возня. С другой стороны, если можно не делать, просто ездить они. Так, вот они. Изнутри тоже откручивались. Ну, тут сосед по гаражам берет на рынке самую, видно, ну, там, подтеки. Более-менее свежую машину, по там, стойке. Ну, самую дешевую. Сверху вот стойка родная, снизу начинает вот краситься уже. Видны подтеки, сейчас покажу. Вот они, подтеки краски. Здесь на пороге ремонтные работы производились. Точка. Начинает ржаветь. Пучится, видишь, краска. Так, дальше по крылу. Вот так же. Капли. Здесь тоже красилось сверху. Видны следы, как красили. Отличается даже оттенок. И трещина по герметику идет, где крыша стык. Также вот сзади видно. И ребро кривое. На видео не могу показать. Идет неровное. То есть с левой стороной, если сравнить. Также оттенок отличается. Бампер меняли, соответственно. Тут видно там подтеки. Все ремонтировали. Так, и вот здесь уже тоже начинает краска задуваться после ремонта. Вот тут красили. Не снимая фар, меняли. Так, в принципе, в остальном. То есть и по крылу. Здесь у нас 1500. Здесь не бьется. То есть самое такое, скорее всего, как шов был. И крыло. Вот крыло, стекло у нас меняли. 9-го года стоит. Зазор ушел, видно. Смотрите. Даже, в принципе, наверное, по цвету чуть различия есть. Да, здесь нормально. Спереди стойка нормальная. Ближе. Сзаду как раз, где ремонт был, тут просто окрас идет. Крыша родная. Вот такой вот нюанс есть.